Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Победы! Ура! Gerade diese Wahl erweiterte mehrfach die Grenzen des europäischen Humanismus und lässt uns behaupten, dass niemand und nie Russland in die Vergangenheit umwenden kann. Возможности вновь выступить в этой представительной аудитории. Но прежде всего хотел бы пожелать 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Спасибо большое, уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа. Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. Состав вооруженных сил России за службу. Победа, она очень нужна всем нам. Она нужна нашей стране. Она нужна каждому из нас. И мы эту победу никому не отдадим. Я обещал вам, что мы победим. Мы победили! Thank you.
Поздравляем вас. Нет, не отвлекайте. Давайте попробуем когда отвечаете на вопросы, а у вас бывают плохие дни? Вы так рационально, когда отвечаете на вопросы. Бывают у вас плохие дни? Я прав. Я же не женщина, у меня плохих дней. I'm not a woman, so I don't have bad days. Искренне желаю вам радости и благополучия. А нашей родине, нашей любимой России, успехов и процветания. Поздравляю вас с праздником, с новым 2019 годом.